существенно и важно, существенно и важно. Позабыл о суете, доктор вам еще СД. С вами говорит стихами, существенно и важно, доктор Волощук СД. Здравствуйте, уважаемые любители рок-поэзии. Хочу проанонсировать вам выход 13-го юбилейного выпуска нашей рок-поэзии. Вы скажете, так юбилеи же отмечаются на круглые даты, а тут цифра 13. Тогда я напомню всем присутствующим, что это все-таки чертова дюжина. Но как не назвать событие юбилейным, раз такая магическая цифра? Поэтому я отмечаю этот выпуск и в своих стихах буду говорить о черной магии и различных проявлениях действий потусторонних сил, о цветных революциях, о ничего не делании, о зависти, о глупости, об искусственных пороках и еще о многом о чем другом. Меня иногда спрашивают, а чем рок-поэзия отличается от обычной поэзии? Отвечаю. У слова «рок» есть другое значение, кроме обозначения музыкального стиля. Рок – это судьба, поэтому мои рок-стихотворения – это не о птичках и цветочках-лютиках, а именно о нашей реальной жизни, простой, прямолинейной, грубой и жестокой, без всяких сентиментальностей, но в то же время сложной, гармоничной, удивительной и прекрасной, опять-таки без всяких сентиментальностей. Вот обо всем об этом мои стихи, отражающие реальную действительность. Рок-поэзия – это поэзия реальной жизни, без возвышенной сентиментальности, но и без оскорбляющей жизнь пошлости и обывательщины. Надеюсь, что ответил на все подобные вопросы. 13-й выпуск нашей рок-поэзии выйдет во вторник, 20 октября в 19:30. Не пропустите, друзья, и до свидания всем вам. О существенном и важном, существенном и важном. Позабыл о суете, доктор Волощук СД. С вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.